Что это такое? Там он черт стоит. Куда ты побежал? Он пошел жаловаться своим. Ты что такое делаешь? У меня тоже есть гордость, глупая тварь. Ты думаешь, тебе сойдет с рук убийство? Ты, похоже, думаешь, что ты лучше других? Так вот это не так, ты просто очередной покупатель. Гори в аду! Ох, ну. Бешеное полое животное. Для таких, как ты, надежды нет, беги. А боги этого не потерпят. Ну и кто ж знал, что это... Умри. Да все, закрой рот. Умри, тысячу раз умри. Да падет на тебя проклятие. На тебя и на дом твой. На вечные времена. На вас всех вечная боль и страдания. И как можно больше. Ты успокоишься там, нет? Кто знал, что этот бомж на самом деле не бомж, а какой-то торговец? Ага, вот так вот. А вдруг он какой-нибудь имбовый прописал бы мне там что-нибудь жесткое, если бы я его не тронула? Мне уже яда накинула. Короче, я ухожу из этой локации, ну и он нахер. Я тут умру. Может, просто откупиться от того властелина в плаще? А ты думаешь, мне за удар этой бабки не накинули сверху еще грехов? Тогда уже 9 тысяч было. Сейчас там у меня сколько? 18? За каждого по 9? Меня здесь не было, вы меня не видели. Мне надо срочно заплатить индульгенцию, если она все так же дешево стоит. Ну, бабка же не мертва, правильно? Это мы рыцаря того убили, как бы справедливости ради. За него, да. Ну, за одного и второго. Но второй был плохой, мне сказали. Поэтому... Но тем не менее, бабку я не убила ее еще пока что. Похвально твоя устремленность к греху. Но если, не дай бог, меня обманули, и бабка меня не простит, я приду, убью вот этого чела. И никто не сможет сказать, сколько у меня грехов и сколько я стою. Вот я его убью и все. И бабку ту тоже, я ее с лука застрелю. Или, я не знаю, и токсичную бомбу туда кину. Вы очищены от греха. Как хорошо. Даже не ощущается, это какой-то обман. Если совершишь ты преступное деяние, возвращайся ко мне. Слушай, я хочу твои шмотки. Может, я тебя и убью, кстати. Нет такого греха, который я не смог бы отпустить. Я хочу такие шмотки, я хочу ходить как черный властелин в кожаной вот этой вот. Я на тебя глаз положила, чел. Имей в виду. О, там бомжи меня уже ждут. Мои любимые бомжи. Главное не ударить ее еще раз, этого наш бюджет не выдержит. Да. Я тогда, я не знаю, я буду это, карателем. У меня будет злое прохождение, они меня вынудят вести себя плохо. Я даже вот так сделаю. Нет. Сейчас. Чтоб наверняка, хотя я все равно смогу втащить ей кулаком. Самыми добрыми намерениями идем. О, смотрите, подошла она. Ну, здорово. Чё противная такая, слышь? Ты все еще сохранил разум.